Анатолий Шевченко работает в органах внутренних дел с 2002 года. Службу свою начинал во вневедомственной охране. В 2015 году перевелся в подразделение участковых уполномоченных полиции. Участковым я работаю уже 7 лет. В общем, специальность данную выбрал, так как действительно необходимо помогать гражданам, которые нуждаются в помощи полиции. Как раз наша служба связана с тем, что вот профилактика преступлений и административных правонарушений. В настоящее время Анатолий Шевченко занимает должность старшего участкового уполномоченного полиции МВД России Благовещенске. В зоне его обслуживания проживает около 5000 горожан. Как отмечает участковый, большинство из них легко идут на контакт с полицией, помогает ему в работе. Приходят в полицию не просто заявление написать, а просто посоветоваться, куда обратиться. Бывает, и антенну настраиваем, где-то приходим, ну хотя это не свойственные для полиции обязанности, но тем не менее не отказываем. Звонят, здравствуйте, здравствуйте, как можно к вам обратиться? Мы представляемся, естественно, и чем можем людям помочь. Потому что есть граждане, которые живут одни, обратиться не, дети разъехались, живут далеко. Анатолий Валерьевич обладает всеми профессиональными качествами, необходимыми участковому уполномоченному полиции, и это позволяет ему своевременно и успешно решать возложенные на него задачи. С начала года капитан полиции раскрыл около 20 преступлений, рассмотрел порядка 1000 обращений граждан. Свой район участковый уполномоченный знает на отлично. Особое внимание уделяет гражданам, склонным к совершению правонарушений. Постоянно проводит с ними профилактическую работу. Доверие граждан – вот одно из главных достижений старшего участкового уполномоченного полиции Анатолия Шевченко. Люди могут обратиться к нему за помощью в любое время и по любым вопросам. Он никого не оставит без внимания.